Пацаны, если у вас когда-нибудь мама родит вам братика, да? Это, называйте как угодно, только не Митькой. Ну нафиг, лучше Адольфом каким-нибудь, блин, или Ёськой. Но только не Митькой, блин. А то заколебает, как ухи захочет, нафиг. И потом как дурак, блин. Ну куда нахер, какая уха, черт, какая рыба, блин. Это только один шлепнутый на свете человек, блин, дядя. Во, нафиг, дядя Динамит, блин, это. В такую погоду, блин, как дураки, нафиг. Приходят и просят золотую рыбку, блин, что совсем эта хозяйка, короче, с ума сошла, блин. Не хочет уже петухов никаких, ни вьетнамских красных хмеров. Ничего не хочет, рыбку ей свежую подавай. Куда нафиг, какая рыба, блин? На лодке попробовала, она меня кидает назад, блин, это аж всю харю забрызгала, блин. Ёлки-палки. Не килевает сегодня, не килевает. И вышел старик к синему морю и сказал он: слышь, золотая рыбка, расслабься, блин, возьми выходной нафиг. Такую погоду, ну черт, смотри, что варвары делают. Пиво сосают, сейчас мы соберем баночки все эти, скляночки. Не, еще порыбачим, вот наша козырная удочка. Китайские братья прислали с eBay, блин, за 5 или 6 баксов. Все, по дороге сломали, блин. Ну, сейчас покидаем еще немножко. Блин, обидно, елки-палки. Ну такая погода, ну нафиг. Ну и шо, товарищи следопыты? А? Видите, какие мои трейлы, блин? Птичку видите, нет? Зоркие сокола. Что вы их так зум ловить? Так, ну пойдем посмотрим, что там медведи наши делают. Ужас, пацаны, ужас, блин. Это та привада, которая у самой дороги стоит. Запукаешься пилить, блин, здесь. А там что за зверь? А, пушнина. Динамит, что белых не ловишь, а? Смотри, какой хвост, смотри. Пушистый, красивый. Ну... Да. А самое прикольное, ребята, это мое изобретение, вот эти вот таблички, да? Висят, блин, родимые, нафиг, и 100 лет будут висеть. А то вот эти деревянные, помню, блин, через пару недель уже нету. Медведи растерзают, разорвут, схрямают, блин. Видишь, металл они не любят. Так что патент, пацаны, патент. Надо делать. Так, ну чё, ездим, значит, по угодьям, и с сапогами, и с топорами, блин, и с веслами, ну, всякое разное встречается, солнышко уже это самое, побежим, наверное, а, циклоп, побежим дальше. Так, ребята, чтоб вы знали, у нас в гостях ребята, они проверяют моих цыплят. А ну-ка давай посмотрим, раз они смотрят, что нам, что нельзя, блин. Если этот чувак, он в этом чехле на башке, блин, смотрит, смотри. Это вот эта интересная порода цыплят, я это самое загорелся идеей развести. Плимус Рок, Саша Нешта, сказал, что они едят снег и несут яйца на снегу. Не, они вообще ничего не кушают, яйца на снегу несут. Шучу, посмотрим. Срок. А этот инкубатор пашет, но сейчас это темно, там ничего не видно, но это яйки лежат, и с ней среди них 5 или 6 наклюнутых, но нихера никто не хочет выходить, блин, они все там сдохнут, елки-палки. Че у нас невезуха с инкубатором, вы знаете, пацаны? А вот другой инкубаторы, сальваторы, вот этот товарищ, блин, всем приходится помогать, не знаю, что такое, блин, ну не могут и все вылезть, блин, елки-палки, ну что такое, и не я такой нетерпеливый, может, ну я вроде спокойный парень такой, очень медленно всегда разговариваю с расстановкой, все, очень такой медленный и спокойный, и это самое, а курочки что-то совсем это выявляются еще медленнее, и приходится им помогать, бляха-муха. А на улице белое солнце пустыни, а мы работаем, ребята. Вот зачем я ездил такой дальний рейс, и это самое, ну, стоило, я думаю, сэкономил где-то 1000 баксов. Ага. Разгружать оказалось намного сложнее, чем я думал, попотели, ну,
как говорил товарищ Жуковский, человек взлетит в воздух, опираясь не на силу ума Ломоносова, а на силу своего ума, да? Это, ну шучу я, ну что, ну это, ну, ну пыхтели, пыхтели инженерные всякие изобретания, изобретательства. Ну, в основном, конечно, это самое великое такое изобретение человечества, это круглые предметы, типа трубы или столбики, по которым котится. Ну, тетя Оля все порывалась квадратные подкладывать. Я говорю, не, тетя Оля, надо круглые вещи подкладывать. Ну, шучу я. Ну, короче, это, с горем пополам, ага. А потом еще, ну, тундрочка помогает, Диана. Ну, красавица. Это самое, туды-сюды тягает, двигает там, то все цепями, вот этими всякими веревками. Так, все, выстанавливаем, выравниваем, сбрасываем со всех этих, убираем весь этот бардак. Потом на две шпалы, наверное, поставим, а потом будем посмотреть, что нам вообще скажут власти. Это согласятся они нам бензином ды сюда наливать или нет. С двойными стенами бочка, double wall. Надо по законам такие сейчас это, ну, а иначе хрен тебе наполнит ее. Ну, вот здесь все написано, короче. 1000 галлонов. А галлон канадский, он отличается, Imperial, от американского, у которых там какой он, не скажем, а это самое, ну это 4000 где-то с лишним литров, почти 4500, наверное, 4450 или что. Ну, что еще хотел быстро соврать, а еще там в машине большая коробка, насос и счетчик, есть механические, есть дигитальные, а я решил, что мы все-таки немножко в 21 веке, как будто то дигитальный возьму, там он на лампочках, конечно, ну посмотрим, зимы у нас холодные, на лампочках, на батарейках, блин. Будем батареечки менять, елки-палки, за то, чтобы читало все правильно. А если читать не будет, то будет грустно. Ну, как-то так вот. Ну, все, давайте будем работать. Вон, Оля пришла, молочка принесла. Сейчас попьем и работать. Интернет у меня вырубили, но это самое. Но снимать-то я еще могу, правда? Ну, а потом, когда будет это интернет, потом я вам загружу, что-нибудь покажу. Так, ну все, все это тут, все вот так, это, короче, оттуда снизу достали, сюда поставили, вот это самое. Ну, короче, хватайте, а это cinnamon bun, это любит народ. Ну, простые булочки тоже где-то тетя Оля на ура идут с яйцами. Ага, вот такие вот. Видите, вот картинки сделали, печали, глянцы, все вот такое, сэндвич или сап идет хорошо, в микроволновку кинул на 30-40 секунд, все там, сыр расплавился. Колбаса тудым-сюдым, а вот эти булочки тетя Оля делает такие, булочка с яйцом. Ну, блин, народ балдеет, вообще, говорит, дешево, 2 рубля, говорит, вообще не бывает таких цен. Узбекские, тандырские лепешки, грузинские, это всякое, греческие, что-то не очень пока идет. Сам с удовольствием кушаю, а народ не просекает ни хрена, блин. Нету культуры питания у них. Да, еще, а вот тут грибочки, там это все, это яйцы опять маринованные, от которых вас это прикалывает и колбасит. А здесь это, блин, это самое, это фишка. А куда яйца, блин, если они самое, это самое, если не продашь? Только мариновать, а когда замаринуешь, они могут стоять долго. Мы ничего не можем продавать такое, а вот именно яйцы, это маринованные, они еще такие, это подпадают в эту категорию low risk food. Ну, боже, смотри, как стоит, смотри, как красиво. Так, поставить шочек, чтобы отсюда было видно, чтобы царевна заморская даже не выходила на улицу, с собой шубку не надевала, а просто из окошек так глянула и равнодушно, сколько у вас там литров, так это, и в своем калькуляторе раз и неправильно подсчитала, и все, да шучу я, ну че вы, ну вот так вот, как-то дальше на проезжую часть тоже не хочется, а дальше от проезжей части тоже не хочется, да хрена снега зимой чистить, ну как-то вот так вот, всем хороших, это самых настроений, блин, и это самое, держите пистолетом что-нибудь. Последняя сводка с фронта. Короче, ребята, вот эти вот, которые питаются воздухом и несут яйца на снегу, блин, и на камнях живут, это они, короче, что-то подвели, блин, подкачали слева 5 болтунов, блин. Дюжину за 25 баксов я брал. Представляете, 2 дюжины купил, блин, и вон что получилось, елки-палки, остальные тоже нифига. И, блин, знаете, ждешь до последнего теплицы надежды, не хочется вмешивать, так бы расколотить их все, да, может еще 1-2 и спаслись бы, они же там внутри есть, прям так что-то не выклевываются, блин, елки-палки. А здесь это наш микс, наш, вот видите, тут все это самое обломилось в доме Смешанских, бардак какой, смотри, ишь. Худо-бедно так чуть-чуть там что-то выклюется. Я, блин, когда вмешиваешься, ну тоже спасаешь их, потому что некоторые, ну капец, вообще ничего, блин. А это самое, ну, а некоторые чпок и выскочили, ну, блин, не знаю, ну. А здесь у нас маленький такой промежуточный брудершафт. Сейчас мы покажем потихонечку. Вот так, как называется это, когда это дети слабые рождаются, они лежат в чем, как там, блин, как называется, не инкубатор, а как, не знаю, блин, ящик. Блин, уже забыл русский язык. Моих детей туда тоже пихали, двойняшек.
Вот эти, так, это промежуточная станция, короче, такая испытательная, а потом туда, блин, в центр подготовки космонавтов на улице, там есть такой мощный ящик, брудер. Кушаем, пацаны, ужинаем, ужинаем сегодня, хряпно, блин. А что, воскресенье, блин, как проклятый, суббота, воскресенье, работа, главное, блин, как последний. Сейчас покажу, почему, блин, празднуем. Вот такой видуха будет теперь из нашего окошка. Еле-еле, пердячим паром, ломиком, это, ну, и это, матюками, это самое. Тяжелый, сволочь, стены двойные, представляете, двойные стены сейчас. Такие требования, ну, и поэтому тяжело. Ну, и поставишь, он качается, блин. Приходилось пооткладывать, то есть, вот, короче, будет стоять теперь, пейзаж весь портит, блин. Так хорошо было, да, вот ворота было видно, все будет. А теперь, блин, а надоест, возьмем подвинутую вель, куда, блин, надо было на полозе поставить, что-то я не сообразил, елки-палки. Ну, короче, потому что проделали такую колоссальную работу, а тут шмели весь день работают на крыжовнике, вот на этом кусту. Весь день жужжат что-то, блин, заговор, наверное, скурлат. Ага, так, ну, как-то вот так, ну, блин, все, обмываем нафиг, бошка на место приехал. А это чипок, а я же вам не показывал, что доча еще мне напечатала. А то я пасся везде, в Амазонах везде, блин, сдурели, там 10, 20, 30 баксов за какую-то табличку хотят. А вот Эрика взяла и написала. Тут написано, короче, эти можете обосраться, но вас не запустим, короче, в наш сортир. Вот так вот. Надо еще написать, вот уличный сортир, только для этих, для кастомеров, нафиг. Вот так как-то, елки-палки. Ой, что дети издеваются, блин, книжков везут и говорят, папа, мама, вот это прочитать надо, это вам понравится. Очень мы прочитали ему под впечатлением таким. Я говорю, ну, ребята, я понимаю, да, блин, ну, обезьянам надо маршировать, блин, там копать что-нибудь, бочки ставить, но не книжки же читать. Они смеются, говорят, найдешь, говорят, ты быстро читаешь, раз, прочитаешь. Я говорю, ну, да, блин, ну, хоть бы Аллах дождь послал, что ли. Ну, блин, когда если Аллах дождь пошлет, то вон этот, то вон, блин, вон ждет нафиг, он мешает, потом, блин. Мы все это будем делать, тоже же надо вам куда-то все это нафиг устаканивать, елки-палки. Я думаю, уже отбродило давно, блин. Ну, елки-палки. Ну, книжки тоже надо, пацаны, читать. Если книжки не читать, то вообще, блин, тогда можно просто вместе с Трампом, блин, Америку великое делать, блин. Вместе с Путиным, блин, с коленей поднимать. Блин. Давайте жрать суши лучше. Че про политику, нафиг? Приятного аппетита всем. Вы заколебали, с вами, блин, и камеру не уберешь. Вот другая книжка, вот она, видите, называется «Marching Powder». Ну, вот это тоже понравилось всем. Это, короче, в Боливии, блин, и так происходят события, блин. Ну, и так написано, что это окунаешься полностью в эти события, как будто ты в Боливии. Ну, тоже надо прочитать.